Воспитанники детских садов и школ посетили историко-краеведческий музей нашего города. Его работники устроили экологический праздник «День Лешего». Для гостей подготовили игры и развлечения. Это и загадки про лесных обитателей, про грибы, травы и растения. А также ребятам пришлось распутывать следы, определяя, какому дикому животному принадлежит тот или иной след. Напоследок детей угостили горячим чаем с баранками.